Объявлены итоги 50-го туристического слета «Дорогами отцов-героев». Он прошел в районе озера Васькино. Организаторы отметили высокий уровень подготовки команд-участниц. Всего их было 11. Поход кросс, волейбол, перетягивание каната, полоса препятствий. Участники соревновались в нескольких дисциплинах. По результатам конкурсных испытаний первое место заняла команда «Тимликим», сборная спортсменов-лыжников. Второе место досталось сборной работников электростанции «Киловатт». Замыкает тройку лидеров сборная окружной администрации «Аппаратура». Помимо самих команд, в турслете приняли участие болельщики и команды-стажеры. Начинающие туристы изучили маршруты и место и заявятся в следующем году. Требования к командам несложные. Каждая должна состоять из 8 человек, из них 2 представительницы прекрасного пола. Не лишними будут и творческие способности. В этом году вместо приветствия прошел конкурс самодеятельности «Костер дружбы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Молодец, Иван!